Buddha. Восемнадцать круглых и 500 лошадей хуярит по дороге грозный белый змей. На горбу таская по 20 тонн, на полную катушку поет магнитофон. В сторону съебался, бля, пенсионер. Улитка выдувает 30 атмосфер. На подъем хуярю, так же как на спуск, резво обгоняя всех бледей, сук. Пятый день подряд пашу без передышки, хуярю день и ночь. Не хватает книжки, скорость превышая, играю в лотерею, может выебут, а может быть успеют. Приехал на деливери, вовремя успел, в офис зачекинился, а тут беспредел. С длинными ногтями ходячий целлюлит, с недовольной рожей мне что-то говорит. I don't see you on our list, better call dispatch. We unable to unload you, thank you very much. I don't want to hear you yelling and complaining. Please come back tomorrow morning and check in again. Please come back tomorrow morning and check in again. Please come back tomorrow morning and check in again. Поднялось, закипели вены, сжал кулаки, зубы, нервы на измене. День изо дня им сходит это с рук, но не в этот раз, я думаю, я накажу их, сук. Достал из кабины инструмент и патроны, отправился обратно в офис наказать гондонов. Не хотели принимать меня на разгрузку, заказывайте теперь, сука, траурную музыку. Первая по списку офисная гнида, громкий выстрел в череп, откинула копыта. Рядом был рабочий, сидел на телефоне, мозги запачкали экран на айфоне. Дальше в коридоре парочка пиздела, надавил на курок два холодных тела, поменял рожок и прошелся дальше. Наглухо троих около параши, одного в живых оставил чисто для разгрузки. 2 минуты ровно, в прицепе было пусто. В общем, разгрузили, дома буду рано. Вот такая жизнь тракиста-хулигана. I don't see you on our list, better call dispatch. We unable to unload you, thank you very much. I don't want to hear you yelling and complaining. Please come back tomorrow morning and check in again.